Добрый день. Сегодня 23 ноября 2021 года. Я нахожусь на выставке «Юг-Агро», где хочу показать вам одну интересную очень машину, вот, которая делает привитую рассаду, рассаду на прививке, потому что я видел по количеству просмотров, что именно эта тема, тематика многих вас интересует. Вот, вот так вот выглядит в производстве эта машина. Вот он сам робот. Вот рассада томата. В два стебля. То есть такие гибриды, как томат Мейшуай, те, у которых очень интенсивный рост, можно делать на максифорте. Это дикий подвой томата черри. Вот, сверху мы прививаем томат Мейшуай. И получается у нас довольно-таки интенсивный рост. И нагрузка на обоих стеблях, видимо, они нормально развиваются, параллельно, одинаково, будет тоже одинаковая. Вот так вот выглядит эта рассада. Выращивается эта рассада в рассадном комплексе «Росток». Главный агроном рассадного комплекса «Росток» Андрей Павлович Сидорин. Вот такую рассаду делают огурца на прививке. Видимо, вот здесь вот вместо прививки стоит клипса, корневая система. Высота рассады, вы видите, совсем небольшая. Те фермеры, которые работают с рассадным комплексом «Росток», заказывают рассаду на какой-то определенный период времени, без разницы, февраль, март, апрель, и количество рассады, эта рассада приезжает вот в таких кассетах. И либо же в кубиках, ну, либо в десятой кассете. Дальше, видите, здесь есть арбуз, потому что эта тема, особенно в Краснодарском крае, очень интенсивно развивается. Арбуз также на тыкве лагинария. Видим, какая мощная корневая система. Вот. Саму прививку делает вот этот робот. Вот так происходит. И все. Сразу одевается клипса.